Приветствую, дорогих земляков! В эфире программа «Слобожанщина. Слово». Сегодня у нас в студии на Рымарской 7 в гостях поэт, прозаик, эссеист Владимир Родионов. Владимир Александрович, хочу начать нашу встречу вашими строками. «Отдых сходит на нет постепенно, не сразу, и встающий рассвет стал чуть меньше на фразу своего естества, что невидимо тает. Мне с рассветом родства, схожим с братским, хватает. Отдых движет к концу, ненавязчиво движет, и к родному крыльцу становлюсь я чуть ближе, пусть всего лишь на мысль, что вот-вот буду дома. Но пока еще ввысь надо мной невесомо, шмель пока что жужжит мне своим постоянством, мол, и впредь дорожи этим Божьим пространством». Вот такой легкий, но в то же время философский стих ваш. Скажите, у вас в этом году, вот в феврале месяце, состоялся вот такой юбилей 75-летия. Скажите, вот что судьба, что ваши коллеги, что ваши собратья по перу подарили вам к этому празднику? Я рад книге. Вот вышла у меня Владимир Родионов «Хроника життя и творчества». Это Мелитопольский государственный университет решился все-таки выпустить мою книгу. Это можно назвать подарком? Совершенно верно. Подарок этот колоссальный. И для меня он очень значимый, потому что за этим подарком будет еще подарок, будет монография о Родионове в том же самом институте. Ну и вторая книга у меня вышла в соавторстве со знаменитым поэтом Петром Перебейносом, который тоже болел, как и я, когда-то небом. Он был десантником, я в летном училище учился, в Качинском и в Харьковском училище. И ему вот это выпустить книга «Печаль крыла седого и туго сивого крыла» принадлежит ему. И я очень ему благодарен. Тоже, кстати сказать, это подарок для меня. И вышло так, что его переводы, мой стих и его переводы почти что одинаково зеркально отражаются. И она очень прозвучала. Не знаю, как она в Харькове, пока еще нет, а в Киеве она звучит уже. Вот это «Туго сивого крыла». Кто-нибудь можете прочитать отсюда? Да. Да. «Лишь мысленно взлетаю за облачную даль, крылатую печаль реально ощущаю по взлетной полосе, когда мы прикасались душой к ней, чтоб казались не теми мы, как все. Нам высота тогда с погожей погодкой была не чуждой теткой, а тем, что грех предать. О небе не мечтаю, не те уже года, лишь мысленно взлетаю к высотам иногда. Лишь подумкой взлетаю в захмарную вышину, во смуту крыжану, там злитна смуга тане, а мы ж росли на ней, до неї доторкались душею думками, такі ж, бо не земні, колись його й дали всіх, та вись погідна мила, і ми її любили, бо зрада неба гріх, як в небо не вертаю, літа уже не ті, лиш подумки злітаю на зустріч висоті. Ну, скажите точно перевод. Перевод хороший. Прекрасный переклад. А можно еще прочитать? Да, конечно. Это что-то новое, да? И открывает эту книгу «Ожидание весны», так и «Ожидание весны». Посвящено оно Наталье Волошко, очень хорошая поэтесса киевская. Кстати, в этом эпистолярии 42 ее письма, но почему-то все останавливаются на них. Чудесные женские письма, просто... Ну, просто это одно изюминки, эти письма, этого эпистолярия. «Ожидание весны. Взираю часто на часы, их как бы этим подгоняю. Я восхождение весны, как день пасхальный, ожидаю. Еще далекие от красы дни, о которых я мечтаю. И потому приход весны я оживая ожидаю. Уже не снег, а дождь висит, и стучи, чтоб позбивались в стаю, а я приходу жду весны, как ждут спасения, ожидаю». Это тоже переведено Петром. Я хочу перейти к другому вашему эпистолярному жанру.
Умирает, друг мой, умирает, в болестях и горестях страдает, то жарой, то изморозью веет, умирает, друг мой, как умеет. В непонятном шепоте и стоне он ныряет в мир потусторонний, вынырнув, прощально обнимает жизнь свою, что друга покидает. Я к нему протягиваю руку и к его прислушиваюсь стуку сердца, что теплом последним тает. Умирает, друг мой, умирает, корчась телом, расправляясь, мучаясь. Он мне другом был, одним из лучших. У вас очень много было друзей среди поэтической элиты нашего края. Скажите, пожалуйста, вот и о многих из них вы написали много воспоминаний. Вот, кстати сказать, 22 воспоминания я написал «Апостолы слова», но там 10 воспоминаний киевских, а 12 харьковских. Ну, киевские – это там Сосюра, Володя Забаштанский, с кем я дружил очень, это сам. Ну и там есть Шарварок, очень хороший киевский поэт. Там. И вот у меня вышла только что книга «Итоги итогов», где здесь 12 воспоминаний о наших непосредственно харьковских поэтах. Аулов, только что ушедший, я написал, я успел ему почитать ее. А Замесове, который был мой друг, Валера, да, считается один из лучших вот воспоминаний у меня, когда Рая прочитала, жена его, прочитала вот это воспоминание, мне она позвонила, я ей подарила, разумеется, эту книгу, одну ей из первого. И она говорит: Владимир Александрович, Володя, она привела, потом: Володя, если бы ты знала, я 4 раза, я 4 часа проплакала про это, этой книге, спасибо тебе за память, прочь. И вот я очень рад, мы с Валерой, вот то же самое, как и с Юрой Садниченком, но с Валерой мы дружили с 1972 года, впервые мы встретились у Марченко. Там еще был, впервые я там увидел Станислава Шумицкого. Вот я впервые его тогда, я его раза 3 его увидел, и потом тогда случилась с ним беда. Там же я встретил Филатова в этот же день, как Замесов Аркадия Филатова. От Филатова я вчера только вернулся, был в гостях у него. Мы с ним у него бываем, я бываю редко, но зато если бываю, то это бываю как учителя. Кстати, то, что я стал прозаиком, и то, что у меня 6-томник вышел малой прозы, это моя благодарность и низкий поклон Аркадию Филатову. Когда я к нему подошел и сказал: Аркаш, ну вот у меня что-то, понимаешь, стихами, вот я болею что-то прозой, Володя. Это хорошо, что болеешь, но самое главное, сейчас повести и романы не читают. Возьми такие короткие рассказы, чтобы ты за душу брали. И я, понимаете, я не ожидал. Вот я вам только рассказал о Сталинграде, об этой Наталье Журбины, которая просто восхищалась его рассказами и прочее. И он мне, и Аркадий вообще во всех, большинство моих книгах, мне уже потом, там, в 45-й, не хотелось просто его ставить редактор, не из того, что я не хочу. Но когда большой перебор, это тоже перебор, вы понимаете, ну, тоже, ну, не очень. И вот я к нему ему подарил вот эту вот книгу и написал Аркадию в благодарность за творческие крылья. Одну строку, но именно творческие крылья. Без Аркадия я был бы, по сути дела, не только, но Аркадий – это русский поэт. А меня сделали, как правило, это украинские поэты, как Роберт Третьяков, который перевел больше всех моих стихов, 38. И я во многих монографиях вошел о Роберте и прочих, где вспоминают именно мое воспоминание о Роберте. Я даже не знаю, я боялся, что не публикует литературную Украину, но она, к моему счастью, опубликовала. И вот там пишут, что вот, я часто давал подборку стихов, вот 2-3, допустим, Роберта Третьякова, там 3 Садниченко, Василия Борового, но они, как правило, именно шли почему-то на Роберта, они любили Роберта очень. Когда я приезжал в Киев, они говорили: а как наш там казак Роберт, понимаете, прочее. Вот, часто спрашивали. И вот, да, и вот я очень написал очень сильный рассказ о Кость Гордиенко. И вот эта Наталья Шарова, с которой мы познакомились через монографию
Гордиенко, что она написала, она сейчас защищает докторскую, поэтому, и она говорит, я вот приеду, покажу вам Гордиенко там прочее, но она не сказала с одним условием, но очень желательно, чтобы был Родионов, поскольку, когда я прочла его эссе «Литературная Украина», я просто, говорит, была в восторге. И вот так мы с ней познакомились. Когда я к ней, ей послал свои материалы, а у меня материалов, ну, если, ну, что греха таить, Петро Василенко, о котором я вспоминал, так вспоминая, перебей носа, он мечтал выйти один раз в «Литературной Украине» и умереть. Ну, это так говорят обычно. У меня 87 газет «Литературной Украины» с моими переводами. Кстати, я сегодня хотел принести, мне Петро перебей нос послал. Вышла книга в Киеве, лауреаты премии имени Сосюры. И вот там среди всех лауреатов есть и ваш покорный слуга. Может быть, не могу уверять, но один в единственном числе из русских. Может быть, кто-то еще, не могу вспомнить по памяти, понимаете? Владимир Александрович, вот вы уже 5 раз в нашем разговоре упомянули Сталинград. Знаю, что 23 августа 1942 года при налете на Сталинград фашистской авиации вы, прячась в подвале с мамой и с сестрой, потеряли речь. Вот аналогичная ситуация сейчас в Донецке. Где-то, может быть, в каком-то подвале такой же мальчуган повторяет вашу судьбу. Ну, что я могу сказать? Вот самый разрушительный налет в 1942 году, я его запомнил. Почему? Потому что детская память, она самая-самая цепкая. Я порой, вот когда уже в мирное время, спустя много лет, и когда матушка что-то рассказывает, а я ее поправляю, она удивляется. Володя, откуда ты мог это запомнить? Вот ту лошадь, пятнистую лошадь, опрокинутая во враг, это сам прочее. Или вот те солдаты, которые тянули провод по врагу, чтобы восстановить связь и прочее. Она это удивлялась, потому что у нее тоже в глазах это отражалось, и у меня. Что касается этого налета, где я действительно потерял тогда, речь, 3 года не разговаривал, в школу пошел на 3 года позже. Но дело в том, что речь вернулась, когда матушка меня тогда отвела в медсамбат, там мне сказали, ну, если то же самое главное, чтобы его вы не расстраивали, и речь должна вернуться, но только его не надо беспокоить и прочее, она действительно вернулась там. Еще там это самое... Испуган, здесь я стихом, испуган всерьез, но не ранен, оратором будет малой, но речь с небольшим заиканием досель не простится с войной. Что касается вот этой дебальцевского направления войны и прочее, я с этим, по правде вам скажу, я с этим ложусь и с этим встаю. Мне говорят, лучше не смотреть, многие, нет, смотреть надо. Надо смотреть, надо запоминать. Надо смотреть для того, чтобы это никогда не повторять. Для меня, ну что боль за людей, когда на моих глазах разрывают собаку, или кот голодный мяукает, а люди же это люди, понимаете, прочее, когда животные испытывают такое, понимаете, что же говорит тогда об этих мальцах, об этих маленьких, прочих детей и прочее. Я иной раз, если честно, я довольно мужественный человек, летал когда-то, служил в авиации и прочее и так далее. Но меня, ну правда, сейчас это сентиментальность с годами приходит, разумеется. Но когда видишь такое, конечно, слезы наворачиваются вот так. Ну а о Сталинграде я прочту коротенькое стихотворение. В 1973 году я его написал. Прочел впервые на совещании у нас, литературном совещании в Союз писателей, и еще тогда Борис Котляров, хотя это мой далеко не друг, но когда я прочел это стихотворение, он через 10 минут повторил его слово в слово. И она маленькая анкета. Год рождения, 39-й, место, город, герой Сталинград. Кем отец был? Отцом и солдатом. Что он сделал? Ни шагу назад. И вот когда Котляров повторил,
была Стукалова, корреспондентка киевская, там это, и она тоже, я увидел это стихотворение в переводе великолепного украинского поэта Миколи Томенка. Конечно, переводить там особо ничего не стоит, но он перевел точь-в-точь, понимаете? И впоследствии у нас не сложились с Котляровым это, но он всегда говорил, ну вот не нравится мне Родионов, впрочем, но у него есть стиль. А стиль – это товарищ, он говорил. Стиль – это очень многое. Родионовский стиль – это стиль. Это его слова. Владимир Александрович, пусть вам еще пишется и пишется. И проза, и стихи. Долгие-долгие Спасибо. Годы. И долгой вам жизни. Спасибо. Это была программа «Слобожанщина. Слово». Здесь, на улице Рымарской, 7, в студии «Колес ТВ», мы встречались с харьковским поэтом, писателем, эссеистом, почетным жителем города Чугуева Владимиром Родионовым.